Самый ожидаемый боксерский поединок осени закончился победой казаха Геннадия Головкина. Он защитил 3 титула чемпиона мира в среднем весе и одолел британца Келла Брука. Этот поединок анонсировался как бой сильнейшего боксера мира против сильнейшего боксера планеты. Ни больше, ни меньше. У соперников были одинаковые шансы на победу. Оба до этого не проигрывали на ринге ни разу. И ощутить впервые вкус поражения было суждено именно Бруку. В 5-м раунде Головкин одержал победу техническим нокаутом. Но этот поединок был рискованным, в первую очередь, конечно, для Головкина. Это он мог потерять сразу 3 своих титула. Это его престиж, конечно, в первую очередь. Он мог серьезно пошатнуться. И что же мотивировало спортсмена на такой бой, спросите вы? А все банально. Деньги. За него Головкин получит как минимум 6 миллионов евро. Для боксерского шоу специально выбрали ринг в Англии, а не в США. Бой в Лондоне потенциально приносит больше денег. Бой очень сильно раскручивался. На вечер бокса приехали многие мировые знаменитости. Например, на трибуне был замечен футболист Златан Ибрагимович, форвард Манчестер Юнайтед. Понаблюдать за схваткой сильнейших пришли именитые боксеры. Среди болельщиков были и актеры сериала «Игра престолов».